До декабря в Тирасполе высадят еще почти 4000 кустов роз. Примерно столько же этой осенью уже появилось на столичных клумбах. В основном это чайно-гибридные сорта. Они лучше приживаются и долго цветут. В следующем году вы их увидите. Это склон на мемориале Славы вдоль танка. Там есть такой небольшой склон. И постоянно неудобно было косить, и сорняки. Захотелось, чтобы это было что-то такое, чтобы завило и меньше было видно сорняков. Это почвопокровная роза Скарлетт. И сзади часовни тоже на мемориале Славы, там тоже почвопокровные розы будут. Сейчас в Тирасполе на клумбах около 17 тысяч кустов роз. Еще примерно 4 тысячи высадят в столице на днях. Клумбы, которые обновили, будут яркими. Помимо традиционных розовых и алых бутонов, появятся оранжевые, бордовые, желтые и белые розы. Кусты будут цвести с мая до поздней осени. Агрономы обещают, что цветы будут очень красивыми, поэтому есть риск, что на них будут охотиться вандалы. Улица Юность, она у нас более вандальная, я так скажу. Там их и ломали, и воровали хризантемы. Петунии нет, а вот хризантемы, да, хризантемы приглянулись. На балке цветы до сих пор регулярно исчезают с клумб, а вот в центре города большое количество видеокамер уже отпугнуло цветочных воришек, которые уносили с клумб и цветочных арок петуньи и хризантемы.